процесс заточки маникюрных кусачек. Сейчас мастер выводит на кусачках одну из плоскостей на специальном диске определенной зернистости. Все вот эти диски, которые вы сейчас видите, они все вот такой вот диск, вот такой диск, они разные, такой диск. Они все используются для заточки маникюрных инструментов. Все эти диски можно у нас приобрести, они есть в продаже. Также у нас есть в продаже сами моторчики, станки, на которые эти диски устанавливаются. Потому что такие диски можно установить далеко не на каждый мотор. Не на каждый станок они подходят. Вернее, не каждый станок подходит под эти диски. Потому что бывают станки с прямым валом, бывают с небольшим люфтом. Нужна строго определенная марка станков, на которых возможна такая точная заточка. Вот, например, такие станочки, но это уже такой покоцанный. Ну, работает уже много лет у нас. Sharp KM15 называется. На нем установлен один из дисков для заточки маникюрных инструментов. Также есть такие вот манипуляторы, подходят для заточки ножей и ножниц. Очень полезный инструмент, можно очень красиво вывести плоскость на любых ножницах, на любых ножах. Тоже есть продажи манипуляторы по 11 тысяч. Вот, тоже станочек уже не первый год работает по надежности. Конечно, извиняюсь, что такие зашарпанные все. Ну, это говорит о надежности станка, что он годами служит. Вот такие диски. Мы на них работаем, это рабочие. Естественно, в продаже у нас новые такие. Идеально будут беленькие. Потом уже, когда используете пасту полировальную, вот, становится таким темным-темным цветом. И паста у нас есть в продаже, и диски, и станки. И есть само обучение заточки, мы тоже проводим. Учим затачивать маникюрные инструменты, парикмахерские инструменты, ножи, ножницы, дисковые пилы, ножи от мясорубок, ледобуры, горячие ножницы, полировочные ножницы. Все маникюрные инструменты затачиваются буквально на 2-3 станках, но с разными дисками. При заточке используется не один какой-то диск, а используются разные диски. У нас есть также видеокурс, ссылочка в описании, можно приобрести.